Здравствуйте, меня зовут Наталья Бергер, я актриса, закончила театральный институт имени Щукина. Училась в колледже Табакова, прошла интенсивный курс в школе Ли Страсберга в Лос-Анджелесе. Я хочу познакомить вас с людьми, которые имеют прямое отношение к кинематографу. Никто не думал, что он когда-то попадет в Америку. Любой человек может стать известным. Где вы учились? Кто ваш мастер? Клин Иствуд. Самый лучший актерский учитель в мире. Если фильм делается в Америке, его весь мир смотрит. Не в каждом фильме нужно русский. Вот экстра. Нужно не иметь акцента. Виктор Круглов, Associates. Ты себе сделал карьеру. И в России все знают. Но в Америке их никто не знает. Многие хотят сниматься в Холливуде. Но когда человеку суждено где-то оказаться, он там окажется. Правильно. Ольга Куриленко. Очень хорошая актриса. Смотри, какой у нее талант. Я хочу ее репрезент. Можно сделать так, чтобы выйти вперед других актеров. Бандитов Олег Токтаров или проституток? Я в юне. Ситуация с Харви Вайнштейном? Окей, forget about their business. Путь в Голливуд, это дорогого стоит? Кино – это хорошая вещь, особенно если хорошее кино. Есть талант? Иди в этот бизнес. Единственный в мире русскоговорящий актерский агент, который проработал в индустрии более 35 лет. Его имя Виктор Круглов, и он действительно занял свою нишу в Голливуде.